Дженнифер Мюи из Берлина. Если мы сможем тебя нанять, от Солана и мокрого места не останется. Требуется помощь. Застава у аэропорта Маракайбо. Укрепление венесуэльцев рядом с аэропортом мешает поставкам припасов. Да, я тебе помогу. Всем привет! Продолжаем играть в Mercenaries 2. А ты подписывайся, ставь лайк, не забывай. Так, что у нас тут есть? Вот я и свистнул машину своих. Ничего страшного не случилось. Кто забыл, водить я так и не научился. Машина даже с бонусом в виде стрелка. Он даже отстреливается. Так, перепроверяем путь. А, черт, слушай, раз ты уже не можешь не попадать в мирных жителей, так уж и быть. Но мы каждый раз теряем на этом деньги. Похоже, наш тарантас загорелся. Пора эвакуироваться. По-моему, я здесь уже был. Знакомое место. Где-то вот там на крыше, точно. Завез, короче, чувака на вражескую территорию и бросил. Молодец. Ё-моё, не туда. Ой,
Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Жаль, снайперской винтовки нема. Это нам пригодится. Есть, снял, нифига себе. Опасненько. Опять здание с бесконечными ботами, как я их люблю. Аля, даже бочку не спор. Что-то пошло не так.
Обидка, печалька. Им здесь что, медом намазано? Вот то-то. Прямо под колеса прыгает. Я могу давать частные уроки по вождению. Попытка номер два. Чтобы не играть бесконечно, походу нужно вызывать отряд. Самому тут не так уж и просто справиться. Хотя можно, но лень. Так, надо взрывать эти здания, а то я так не пройду. Явно не докинул.
И пап. Бдыщ! Только подумал, что не самый лучший способ прятаться за бочкой. А тут оно взяло и рвануло. Ах, еще одно здание с ракетчиками. Ай-яй-яй. Вот так вот ему. Рататулик. Музыка закончилась, а это значит, что мы, походу, прошли. Пригодится, ясно, красный пригодится. Все, собираем ништячки. И со второй попыточки мы прошли. Не все так сложно, просто... Да, бесконечные эти... Ракетчики доставляют немного неудовольствия. Е-е-е, контракт выполнен.